Всем здравствуйте! Сегодня я буду делать ветчину домашнюю. Для этого нужно сварить рульку. Я ее уже замочила, помыла. И несколько кусочков мяса. Нам нужно это все посолить. И кину один зубок чеснока. И будем это мясо варить. Накид потом снимем. Мясо будем варить, пока оно не отойдет от кости. Моя рулька сварилась. Варила я ее 2 часа и полчаса оставила в бульоне лежать. Теперь нам нужно порезать это на мелкие кусочки, отделить от кости. Вот я измельчила все, порезала на кусочки. Теперь я еще поперчу. Перчить я буду вот тут, чуть-чуть бульона я взяла. Вот здесь же и поперчу его. Один зубок чеснока выдавлю вот сюда в бульон. Все это хорошо перемешаю. И через ситечко вот сюда все процежу. Все это хорошо перемешаю. Добавлю вот такой зуфот желатина. Это быстрый такой желатин в порошке он. Я добавлю чуть-чуть, примерно 1/2 ложки. Это чтобы он тут рулька и мясо у меня смешаны, поэтому я для подстраховки взяла немножко, насыпала. И можно даже еще чуть-чуть бульончик добавить. Теперь у меня есть вот такие формы. Они не для хлеба вообще-то, для выпечки. Вот такие формы. Вот так вот. Я вовнутрь вот такой мешочек взяла и просунула его вот так вовнутрь. И обязательно такой с ручками, чтобы потом можно было его вот так вытащить легко. И теперь вот сюда будем добавлять, утрамбовывать наше мясо. Теперь берем еще раз, хорошо утрамбовываем. У меня как раз получилось с одной рульки вот такая форма одна. Все, и поставим в холодильник на ночь желательно. Потом достанем и будем резать его. Можно в холодильник поставить.
Вот у меня постояла ночь в холодильнике. Вытаскиваем мешочек. И нарезаем. Вот такие вот кусочки. Вот так вот. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Если хотите видеть другие видео, нажмите на картинку, чтобы увидеть данное видео.